Ми розпочинаємо 14-ту урочисту церемонію вручення премії «Людина року». Зустрічайте ведучі церемонії Ольга Сумська та Юрій Горбунов. Добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір, дорогі друзі. Раді бачити вас у цій залі. Всім хорошого настрою. Я закончила з отличием Одесскую консерваторию. Вот есть шансы у человека вот в нашей стране кем-то стать, что-то как-то да, показать? Обычно проявиться? В таком случае его ждут другие страны. Да. Именно так и произошло с тем человеком, который выйдет сейчас на сцену. Он уже много лет только вот проездом в родном Киеве, иногда в гости приезжает, редко и случайно. Тебе? Нам сегодня нет ни ко мне, к счастью. Но именно потому, что он очень сразу начинает петь, понимаешь? А я как так порой не готова к таким ариям. Интересно, вот что он будет сегодня исполнять? Потому что, насколько я наслышала, его любимые партии – Жермон в Травиате, Скамиле в Кармен. Юрий, может быть, вот ты знаешь, что нам сегодня грозит на сцене? Це Оля знає, він і... Ні, ну ми всі очікуємо цього виступу. Тож, панове, зустрічайте соліста провідних оперних сцен світу. Кавалер-баритон Костянтин Ріттель-Кобилянський. Ваші овації. Зустрічайте. Hey, oh, sweet Malayu,
поет. Поет, да как поет. И завлекает. Да, ты прям как пушинка по сцене порхала. Начинается. Спасибо. Здравствуйте, о, Константин. Руська. И прощайте, Константин. Это твой прощайте формат, Руся. Мой, конечно. Если он приедет ко мне в гости, мы будем не только петь.